Чё за тяги, кефты мне. Чё, говоришь? Сейчас играем. А где вы тут играете? Наверху вы тут? А, наверху. Я помню, здесь, когда я был молодой, был здесь миллиард был теннис настольный. Это армянская община. О, армянская община? Хае махперес. Хае. Здорово! А, вы что, на барабанах играете? Да, сейчас хочу. Как дела? Давайте. А, у вас тут, смотри, как молодцы. Вы сейчас будете делать концерт? Да. А, делаете. Можно стул взять, да? О, барабан. А сколько вы только один барабан стоит? Ты 10, да? 15? 15. 15? Хороший, вот такой курдули барабан хочу. А что, он тоже на барабане? Я чуть-чуть умею. Трусы бабахнули! Молодец! На свадьбу вариант? Можем веселую еще вариант. Бля, а можно попробовать? Попробуй. Ладно, подержи. Я, блядь, забыл. Я, знаешь, на чем играл всю жизнь тогда? На чем? 10 литрушки, знаешь, воды, которые набирают? Я на них играл. На 9. Ну, у меня пацан. Ну, тоже звук нормальный. А как его держать? Бля, никогда не... Смотри. Да, вот так. О, смотрите, значит, умеет. Вот, нормально играет. Сейчас 8 раз возьму. Делает. Ансамбль Абширонский. Абширонский. Равшар. Блять, забиваешься? Давай лезгинку сыграем. Сделаешь лезгинку? Сыграть сыграю. Надо? Я сыграю, братан. Могу сыграть, танцуешь. Ты же танцуешь лучше, чем играешь. Конечно. Ну ладно. А как вот это? Как вас так играть? Это румба. Основной этот румба. Во-во-во. Это вот так не был? Ну почти. Только я не знаю, куда бить. Здесь же... Две верхние должны быть. По краям бить вот стало. Две верхние? Верхняя рука, вот ей два раза надо бить подряд. Вот так? Вот так? Покажи. Короче, два раза одну, два раза. Смотри. Бра, я не понял. А ну, покажи мне, пожалуйста. Вот именно, слышишь как. Два раза вот, арса. Этот румба. Ага. Осталось постричься. Да. Ты когда мне говоришь, я братан, лето пройдет, на лысо постригут. Мужчина стал. Постригся, опять выросла. Сейчас постригусь опять. Отвечай. Я вот не по слуху, я просто играю. Блядь. Вот так бьются? Справа начинается? Вот так начинается? Ну, с двумя, да, сверху. Охуеть, блядь. Еще второй номер есть, быстрый, с быстрыми ударами. Попури. Так он это нежно руками делает. Конечно, девушка, братан. Ну, я понял. Да, вот так я боюсь убить, понял? Да. Круто, блядь. Стил пишет, да, я сыграю, я умею, говорит. Я вот так тоже играл. Одну мелодию. Ну, это как тети. Как кто? Нельзя говорить. Нельзя говорить. А так нельзя играть? Можно, так играют. Играют. Вот так крутят вот так. Так играют, да. Играют. Да? Да, мы. Чего такого? Что ж такого? Давай второе сыграем, уже там все. Давай. Попури надо. Попури? Ну, как раз репетируем. А, ну, давай, репетируй. Я оцениваю. На день города будем выступать. На туре? Да. Делаешь? А, блин, когда день города у нас? 16. Суббота. А, я все равно уеду отсюда. Здесь нечего. Да, конечно. А, дискотека, братан. Thank you.
Теперь армянина и диверсант. Добро. Молодец, на зеленый. Молодец, на зеленый, на зеленый. Да, молодцы. Это все барабаны чьи-то? Да, это или... что умеешь. Брат, я не умею, только лезгинка у меня. Почему у тебя черный барабан? А это вот это все, это... Это тренировочный музей, да, там вот это наши. Школьный, да? Это школьный, да. Молодцы. О, чехол прикольный, слышишь? Бля, колено болит. О, брат, это твои, брат? Не мои. Это что такое, брат? Чехол для барабана, чтобы в руках носить. Это кто? Мам, у них как красиво. А тут уроки у вас, брат? Где армянский алфавит? А, в натуре? О, как сложно. Подожди. Это что за буква? Это А. Это П? Это А. А почему петух там? Ну, потому что петух на Акхана. А, да? Акхана. Как петух? Акхана. Акхана. Ты Акхана, брат. Акхана. А, нельзя же? Осуждаю. Нет, так это я просто, брат. Ты животное, я имел в виду. А как попугай, наверное? Попугай? Я не буду говорить. Скажи. Чирик-чирик. 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 Это верблюд, да? Верблюд. Это Б. Б, это У. Какое У? У, да, это У. Почему А, У идет? Ну как, армянский? Армянский алфавит, знаешь, говорит А, У, Е, вот так, да? О, дай угадаю, это тоже А, Арарат. Это Г, гора. А, Г, гора? Это С. А, С. Ты откуда армянский? Знаешь, выглядишь как славянин. Он армянин? Барджан. Ох, делай. Это Р, подожди, я почему? А почему? Вот это Т. Это Т? Это Р. Вот это Т. Это Р, подожди, а почему там гора нарисована? Вас не смущает то, что верблюд будет бу, а там будет улик. Улик? Улик? Улик. Ух, это а, вот написано. Ух. 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 Какой сложный язык. Вот это не, это к, это мы. А, ше, оч... это ше. Верблюд? О, это Сэм. Так, есть еще кто-то? Сэм этим? А, вот он. Да, я его искал. О, это кто? Это ты, Нашел собарат. А, вот он, да вот это. Деньги, доллары, правильно, брат, деньги там. Много денег. Вот это вот уроки, да, проходят у вас? Да, это армянский язык, история Армении, шахматы, шашки. И барабаны. Это армянский ученый, да, походу? Это да, эти писатели, не писатели. А ты же армянин вот это? Да, все армянин. Вот это армянин? Да, Мбаппе. А Мбаппе армянин? Мбаппе, конечно. А Елизавета II тоже армянка? Елизаветян, конечно. Мбаппян. Ошалеть. Пушкин тоже армянин? Ошалеть. Чехов тоже армянин? А? Что происходит? Ладно, я такого Чехова знаю, подожди. Резко как-то получилось. На его бутсы посмотрите. Знаешь, какие крутые бутсы? Крутые. Это футзалки, брат. Настоящие. Грузии, брат. Не надо, короче, посмотри. Двухлитровый охранник стоит. Да. Двухлитровый, наверное, килограмм 150 весит. Он подходит вот так к нему. Че ты, братишка? И да ему бутсы начал до охранника. Килограмм 150 до туда. Это вы когда с Аганесом там были? Аганес мне звонит. Аганес звонит, брат, дай номер Рената, он тут проехал. Да, он там дрифтит. Бля, когда? Он когда к двухметровому охраннику подошел, я вот так стоит, доебываться стал до него. Вот он стоит, не знает, что делать. Когда неожиданно. Если карапет, дай бог поправиться, заедем с пацанами к нему. Его поправит, да. Он же говорит, я хотел сюда на Рената целый покататься хотел. Это мое имя? Да, это с маленькой буквы хочу подвинуть. Нет, большой, дурашенький. А что с моим именем? Поясняю. Так, давай. Маленькая, это чисто вот так вот, если это большая.
Это что, R? R-A-V-S-H-A-N. Прикинь, вот так пишусь. Погнали. Ну, только почерк наш, плохо. Роспись хочешь сделаю? Делай. Снимаешь? Армянская община. Она звонит. А, мам. Сейчас, да. Чик-чирик. Нет, а что? Не, красивая роспись, на самом деле. Все хорошо. Доху... Вот она. В руках что у него, просто пацаны? Бомбовская? Бомбовская, на самом деле, прикольно. Это что? Вот это смешно. Выслал из кармана. Порвал, прикинь. У вас это недоразумение. У меня в кармане было произошло ключи от машины. Я серьезно, упали? Я проходил через этот беседка. Ключ на сетку цепляется. И я так и думал, порвался. О, зачем дальше? Очень хотел, хорошие были. Я, короче, поехал. Рах-ка-та-ка-та-пута-та-пута. Все, правильно. Езжай еще. Шах и мат, ебаный рот. Мат? Это вот так ходит. Вот так ходит. Это буква Г. Это вот так ходит. Это похуй как ходит. Как ей по кайфу так ходит. Ладно, пацаны, хорошо играть, молодец, на зеленый. Бог вот так к тёлке домой придите с барабаном и просто начинает играть, потому что она оглохла. Как пальцы работают. Чтобы она оглушила её, понимаешь? Вы что, будете ещё играть, да? Да, сейчас уже за скорт уже пойдём. Ладно, пацаны, давай, спасибо. Да. Не прощаемся. Всё, удачи. Ладно, все, прощаемся. А, ты с неё. Давай, брат. Это что такое? Это кто? Это был Багдан Иван Христосович. Написано, что это советский военачальник. Советский полководец. Так, это Степанян Нельсон Георгиевич. Городе. Советский летчик штурмовой авиации военного. Айвазовский, вах! Это русский художник. Айвазовский. Почему написано русский, а фамилия, ну ладно, на Пушкина похоже. Айвазян, Айвазян. Вот он поменял, да, фамилию? Да, скорее. Абоган Хачатур Аветикович. Писатель. На зеленый? Все, давайте. Вот местное объявление Союза армян России. Почему армян? Союза армян России. Не армяне, а армян. На зеленый?